з шмайстерами німці ходили тут по селу, да? З шмайстерами ходили німці по селу. Німців багацько було. Чи вони такі? У нас було так. Був один німець сільським господарством займався. Знаєте? Угу. Німець один. Була комендатура із українців, поліцаї. А. І були з нашивкою, як сказати, політична поліція. Політична. Есесовці. Отакі були у нас. А ці есесовці, а розпространались вони. Оце Павлів, Вателівка, Виноград, Босівка, Шубстави, далі Яблунівка, оцей кущ. Що йдемо далі? Будемо цікаві всякі ще речі, але ми пам'ятаємо. Как она выглядит, ребята? Вот этот вот раздолбанный проход, потому что в него стреляли пушками. По-настоящему. По-настоящему, не по шутке говоря. Это просто гатили пушками. Гатили пушками. Попрошу тебя с той стороны. Я тут вход, подожди, вход, засними вход, как я вхожу через окно бункера. Вот так вот. Вот так прям. Раз. Два. И обходи с той стороны. Вот. Я тут даже, через кустик. И тут гатили в окно. Стреляли пушищами, просто раздалбывали этот бедный ледот. И у него был номер свой. Это линия обороны Киева. Это было невероятное. Невероятнейший. Дай-ка мне, я покажу изнутри этот прекрасный. Какой же он мощнячий. Вот пуля вошла. Вот она, защита. Сюда снаряд влетел, выгнул всю раму полностью, как ему захотелось. Сталактиты вон уже даже понарастали. Пулями резало все. И он, конечно же, внутри горел. Здесь был прикреплен перископ. Вот тут сейчас мы видим мусор. И перископ заделан. Здесь были бойницы. Здесь были установлены. Так даже, может, солдаты... Пулеметы были установлены. Так даже солдаты смотрели, возможно, на солнце. Один день. А потом уже и не смотрели. Это был проход в него. Еще одна. Вот так вот оно и происходило. Опа! Вот такой вот объект. Вот такой вот объект. Понимаешь, Добрячок, о чем я? Ты понимаешь, как это все тут раздолбали пушками танков? И стрекозы здесь сейчас даже садятся. Вот они садятся. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Стрекозы летают. Вся эта жизнь. А помним ли мы эти события? Помним ли мы эти события? Не уверен я, что
кому-то это сейчас важно, что эту территорию обороняли. Это никому уже не важно.